Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим с вами абсолютно новую игру, которая называется Spire Horizon. Игра еще не вышла, у меня эксклюзивный доступ к этой, можно сказать, еще ранней версии, которую я хочу вам показать, ну и, соответственно, сам посмотреть. Итак, давайте начинать. Так, максимальное количество игроков. Сюжет у нас есть, онлайн есть. Игра по сети. Нет, мы будем режим истории проходить. Нажимаем play. Имя. Мы ввести свое не можем. Ладно. Spire Horizon. Разрешаем доступ игре. И погнали смотреть, что же предстоит нам тут делать. Судя по описанию, мы играем за какого-то скелета. В мире открытом, где можно делать практически все, прокачивать. Итак, у меня первый уровень, и даже смотрите, у нас в левой части есть экрана чат, где мы можем общаться. Итак, кто я? Где я? Я не помню, что со мной произошло, я же вроде был человеком, а теперь у меня только кости. Что же случилось? Я вообще ничего не помню, не помню, как умер. Очень странно. Как мне вернуться назад в человеческое тело? Но первое, что мне нужно сделать, это исследовать этот мир. Так, и первым делом мне нужно выбраться с этого кладбища. Так, ну давайте. Вот такой у нас скелетик, мир еще прогружается. Могу сказать, что не смотрите на графику и на какие-то баги, которые будут встречаться, потому что игра еще на ранней стадии, и очень много в игре поменяется. Так. Поднимайте предметы. Отлично. О, мы можем яблоки собирать. Хорошо. Отлично. Так. И... О, мы можем сражаться. Ну-ка. Эй. Есть. Мы первого врага своего победили. И мы взяли меч. Так. Стопы. А как мне использовать предмет? Так. Ага. Настройки. Так. Инвентарь. Во. Мы можем куда-то в руку, вот, нет, вот сюда мы помещаем, отлично. И смотрите, у нас теперь скелет. Так, а билки тут есть, нифига себе. То есть мы можем еще прокачивать тут своего персонажа, очень круто. Задания у нас есть. О, мы даже можем их отклонять, нифига себе. Ладно, это все очень интересно. Погнали тогда других врагов лупить. Так, предметы мы можем использовать. Так. Так, ну и скорее всего мне нужно будет яблоко использовать, чтобы подлечиться. О, левелап у нас произошел. Так, ну главное, чтобы мои жизни не закончились раньше времени. И блин, с них даже ничего не выпало. Так. Ай, сзади, в крысиную. Сзади, в крысиную подкрадываются. Так, сейчас я с вами расправлюсь. И тогда немножечко яблочек нам нужно будет покушать. Так, хорошо. Бежит прям ко мне. Подождите, то есть меня тут бьют? Даже когда я на паузе стою, какого хрена так? Скелету пора, наверное, немножечко отбежать. Так, они за мной бегут. Так, и нам надо как-то инвентарь. Где наша еда? Во. Так, да, в инвентарь мы положили. Ай, да блин, да задолбали-то на Z. Все, мы выпили с вами снадобье. И... Так... А сколько вас бежать-то будет? Блин, это, конечно, прикольно, что мы можем прокачиваться. Но они не слишком сильно-то и меня долбят. Но я думаю, нам все-таки надо дальше пробежать. Так, смотрите, какие-то грибы тут есть. Скорее всего, мы можем тут с ними тоже чего-нибудь сделать съедобное. А может быть, они нам просто нужны для изготовления каких-нибудь снадобий.
пока что не совсем понятно, что с ними делать. Но потом мы решим эту проблему. Нам пока что нужно добраться сюда. Так. Так, ваше задание обновлено. Подождите, мне в деревню надо бежать. Хорошо, без проблем. Давайте бежать в деревню, посмотрим. Может быть, мы кого-нибудь тут встретим и с кем-нибудь сможем поговорить. Ваше задание обновлено. Хорошо. Потихонечку мы пробегаем. Ближе и ближе к деревне. Я надеюсь... Ой, смотрите, а на том острове впереди вообще снегобик стоит. Ничего себе. Так. Опа. Так. Это еще один скелет? Это враг? Чувак, ты мне... Ой, он стоит, бухает. А я могу... О, я могу с ним поговорить. Ох, еще один скелет. Я других тут и уже ближайшие 10 лет не видел. Ну, прикольно. А как ты стал скелетом? Да я даже не помню. Люди мне даже не смогли рассказать в этой деревне. Ну, ты можешь поискать тут информацию. Ну, спасибо тебе, чувак. Это все, что я тебе могу рассказать о скелетах. Последнее, что я помню, моя дочь, море, огонь и что-то еще. И все. Ну, в принципе, не особо-то он мне подсказал. Ладно. Хорошо. Вот, тут даже тени скачут. Так. Ладненько. Двигаемся дальше. Нам теперь... Ух ты! А что это такое? А, чекпоинт. Смотрите, прикольно. То есть вот эти камни, это у нас чекпоинт. А дальше-то нам куда? Так, а дальше, дальше, дальше. А куда нам показывает? Кузница. Давайте в кузницу забежим. То есть мы можем тут поговорить с разными скелетами. Добро пожаловать в мою кузницу. Что-нибудь хочешь скрафтить? Давайте... Нет. Так. Да я ничего не могу скрафтить, извини, чувак. У меня даже денег сейчас нет. Так, а ты кто такой? Продавец. О, у меня всякие зелья, всякие штуки. Может быть, тебе будет интересно? Нет, мне не интересно. А задание-то где? То есть, у меня нифига нет заданий. А я могу горшки эти разрушать? Нет, к сожалению, не могу. Гарри. Скелет Гарри. Добро пожаловать, путник. В Споки Хэллоу. И... Ну... Ой, чувак, извини, я не специально тебя ударил. Так, а задание-то мне кто-нибудь даст? Я сюда пришел, это хорошо. Но мне, наверное, нужно идти куда-то в другую сторону. Так, а я в дом могу забраться или нет? Нет, в дом я, к сожалению, не могу забраться. И почему-то мне задание не дают. Или мне надо со всеми скелетами поговорить? Так... Как же мне справиться с этой гавкающей собакой? Собака ему надоедает, короче. Ну, чувак, я тебе не могу с этой собакой помочь. Блин, а я, получается, всех жителей тут обижал. Гарри я видел. И всех остальных я видел. И никуда больше я попасть тут не могу. И задание у меня новое не открывается. Так, ну хотя бы я тут могу прыгать. Ну что ж, давайте тогда зайдем, наверное, в задание. Мультиплеерные задания у нас есть. К сожалению, я сейчас не в мультиплеере, и, скорее всего, людей в нем сейчас нету. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас вот тут есть. Счастливая ферма какая-то у нас тут. Угу, мы тут можем чем-нибудь... Опа! Нифига, во-первых, мы можем тыковок. Так, я надеюсь, скелет нас за это не покоцает. О, мы еще срезаем, прикиньте. То есть мы не просто берем тыковки, а срезаем их втихаря. Давайте, пока скелет там занимается какими-то земледельными работами, мы у него все тыквы сейчас сопрем. Хотя нет, давайте все не будем, оставим ему две штуки. Так, как тебя зовут? Сэм. Эй! Знаешь, как тут быстро растут тыквы. И все? Серьезно? Это все, что ты мне хочешь сказать? Ух ты, корова.
Да ладно, я могу коров бить. О, корова меня тоже, оказывается, бьет. О, наверное, с них мясо выпадет. Да, ребята, с них выпадает мясо. И мы получили даже достижение. Коровье мясо. Прикольненько. Все. Замечательно. Хватаем. Слушайте, но мир достаточно интересно сделан. Но пока я не понимаю. Так, на кей. Что у нас на кей? Мы можем обилки какие-то? Нет. А что мы можем? У нас очков нифига нет. Задание. Так, ладно, выходим на кей. Мы посмотрели на джей. Кей и джей. Вот у нас подсказки сверху. Так, а у нас даже режим камеры есть? Серьезно? Ё-моё, ребят. Смотрите, мы можем тут делать крутые эти самые крутые снимки. Офигеть. Крутяк просто. Офигенно. Сделать фото. Блин, мы сделали крутейшее фото. А теперь наш скелет отправляется. Давайте тогда двинем в сторону снеговика. О, тут уже у нас монстры помощнее. О, какие-то Нифига себе. Ё-моё, они Так. И чё, меня убили? Рили? Так, а я воскрешаюсь или просто дохну тут? Так, я от чекпоинта начинаю. Это уже хорошо. А, наверное, может быть, стоит пока вот с какими-нибудь слаймами. Зеленый слайм. Что-то все чаще в играх стали добавлять слаймов. Блин, а тут эти злые слаймы, нифига не добрые. Блин, и уже тяжелые. Уже просто так с ними не справиться. Давай, скелет. Я в тебя верю. Есть, нормально мы. Нормально мы. Ух ты, левелапчик у нас. Слайм. Достижение тоже получили. Отлично. Все. Да блин, еще один выскочил. Ой, друзья, вас тут много. Да что такое? Блин, хочу камеру повернуть, но когда дерешься, тут не получается это нормально сделать. Так, во, отличненько. Так, и давайте уже вот этого слайма тоже завалим. Чем больше мы тут врагов мочим, тем больше мы прокачиваемся. Это же у нас JRPG. Вот так, надо главное крутиться. Блин, а у нас жизни-то осталось, хрен да ни хрена. Так, и слайм опять на нас прет. Опа, собака. А собак я ничего не могу сделать. Так, и, наверное, мы можем зайти в инвентарь. Это у нас Б. Так. О, мы можем кушать. Яблочки, тыквы. Давайте яблочек покушаем. А, так, на Z. Во. Отлично. Жизни немножечко прибавили. Так, зеленые слаймы нам больше не интересны. Куда мы двинемся дальше? По-любому есть еще враги. Смотрите, еще грибочков нашли. То есть, ну, жить тут можно на самом деле. Так, там кладбище. С кладбища мы пришли. Давайте тогда абсолютно в противоположную сторону отправимся. Посмотрим, что у нас там есть. Так, я вдалеке вижу еще одну точку чекпоинта. Давайте, наверное, к ней попробуем сбегать. Не совсем я уверен, что... Если мы будем бежать по дороге, на нас не будут нападать. Ну, мы сейчас... А тут дороги-то и нет туда. Хотя нет, смотрите, она вот тут есть. То есть потихонечку мы сейчас на дорожку, на тропинку выйдем и пойдем дальше. Я уже вижу впереди каких-то врагов опять. Блин, а это те же тяжелые враги. Мне с ними нифига не справиться. Давайте еще яблочко съедим, чтобы жизни у нас пополнились на максимум. Так. О, да ладно, козы. Так, смотрите, и... А, нет, это олени какие-то, причем есть белый олень и какой-то пятнистый. За них, скорее всего, дают... Ай, блин, разные достижения, наверное. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Если разные достижения будут... Так, оленину. Есть, мяско взяли, ребята. Все, олень. Олень у нас принят. Я думаю, другого оленя нет смысла мочить, потому что дадут... То же самое. Так, это у нас тоже олени. Так, а вон там кто? А это... Это тоже олень. Ладно. Нам камню надо двигаться. Посмотрим, что там у нас есть.
Давай, скелет, беги. Блин, очень быстро кончаются у нас силы для бега. Их тут надо еще экономить. Ух ты, ребята, я вижу курицу. Чикен, чикен, чикен. Ну-ка и... О, блин, да ладно, нифига, у нее сколько сил-то у этой курицы, блин, она нифига себе, смотрите, она еще она еще меня и атакует, она меня клюет, ребят, меня клюет курица, она шестерку долбит, нифига себе, слушайте, а курица тут серьезный враг-то, блин, с ней, блин, дела иметь опасно, ну, нам ради достижения надо одну курейку завалить, во, отлично, достижение, курицу получили, и давайте тогда... зачекпоинтимся, съедим еще одно яблочко. Так, все, теперь бежим дальше. Куриц, курица у нас третьего уровня, конечно, у них сил так же, как у нас. Так, а там какие-то серьезные уже чуваки стоят, их очень много, и опасненько, наверное, сейчас будет с ними вступать в битву. Какого уровня, чуваки? Пятого. Старый груд. Ну, давай попробуем. О, блин, он меня сейчас тут завалит, пипец, сразу же. Тут еще непонятно. А, ну все, он меня быстро завалил. Единственное, блин, жалко, конечно, что нету тут заданий пока что нормальных. То есть игра еще в плане реализации не готова. Как я уже сказал, это еще ранний билд. Но, слушайте, она уже сейчас выглядит круто. Вы просто посмотрите, какая красота, блин. Вот по таким локациям ходить одно удовольствие. Так, ух ты, овечки, ребята, овечки. О, ну хотя бы третий уровень. С третьим уровнем я справлюсь. И чё, хорошо, что мы начинаем после воскрешения с полным уровнем жизни. Потому что бывает РПГ, где, блин, ты очухиваешься, но у тебя прям жизни вообще на минималке. И чтобы тебе продолжить достижение получили, чтобы тебе продолжить путешествие, тебе надо сначала, блин, как-то себя воскресить, точнее поправить свое здоровье и потом уже отправляться в путь. Так, старый груд, опасный хрен. Бежим. Так, следующий чекпоинт вижу. И так, и я вижу еще какого-то животного. Пока что, блин, мы, получается, можем тут только с животными бодаться, да? Прокачиваться-то мы можем. Не, ну там, скорее всего, что-то надо... О, свинья? Серьезно? Это какая-то дикая свинья. Потому что обычно кабаны. А это прям реально свинья. Ну, свиньи же домашние животные. Хотя, блин, к свиньям вообще опасно попадать. Если никто не знал, свинья может человека сожрать. Причем вместе с костями за сутки. И вообще ничего не оставить. То есть это животное, которое... Да ладно, она меня завалила, мне жизни не хватило. Пипец. Пипец, ладно. Вот, давайте добежим до свиньи, завалим ее, чтобы нам достижение дали. И будем, наверное, сворачиваться. Видите, в левом верхнем углу экрана можно увидеть версию игры, ранний доступ и версия всего лишь 0.0.1. То есть вы сами можете понять, что еще до стадии беты тут, наверное, далеко. Но уже я могу сказать, для такой ранней версии сделано тут достаточно все красиво. Уже я кучу... всяких фишечек добавили, то есть прокачка тут будет, тут оружие разное будет, тут куча всего будет. Скорее всего, может быть, и крафт будет. Ну, наверное, потому что тут есть все-таки кузнец, и, скорее всего, этот кузнец будет нам какое-то оружие крафтить. А мы ему за это, ну, для этого должны будем что-то приносить интересное. Так, и что-то свинья пропала. Хрю-хрю. Где гребаная свинья? Так, что, давайте попробуем добежать хотя бы вот до этого замка. Так, минуточку. Краб? Так, или рак? Или кто? Подождите. Или это креветка? Или кто это? Или топир? Я издалека не вижу. Больше похоже на краба или на рака. Так, ну и скорее всего там уровень 4 или 5. Я с ним не справлюсь.
Пятый уровень. Так, это краб. Прям, причем здоровенный краб. Не, я его точно не осилю. Так, тогда бежим к замку. Водичка есть. Блин, прикольно. Еще. Ой, там в воде кто-то ползает, но я в воду не пойду. С этой стороны прям что-то очень сильные враги. По крайней мере, не по зубам. Мне надо прокачиваться очень мощно. Так, Pine Heaven. Pine — это у нас сосны. Небесные сосны. Все, мы зачекпоинтились. И, наверное, на этом моменте мы с вами остановимся и попробуем еще раз поиграть, когда уже выйдет следующее дополнение к игре. Точнее, не дополнение, а обновление. И появятся какие-то новые фишки, мы обязательно их посмотрим. На этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.